Думаю, помните вот эту клетку, я раньше показывал ее. Она сейчас пустая. Здесь были крольчихи, две крольчихи породы полтавское серебро, и остальные были породы новозеландские красные. Недавно мы прививали крольчат, отсаживали и решили крольчих отсадить в другие клетки временно. Для чего? Для того, чтобы промыть хорошо клетки, подремонтировать. Как видите, здесь раньше немножко углы оббивал я жестью. В клетке я применял так называемые золотухинские полы, но делал из OSB. Это не совсем хорошо. Почему? Вот смотрите, вот в этой клетке была крольчиха, у которой были 9 крольчат. Смотрите, как они засрали клетку. Не совсем хороший метод. Метод себя немножко не оправдал. Ну, может быть, если был бы плоский шифер, был бы другой бы эффект. Но если у меня будет возможность сделать другие клетки, я с такими полами клетки делать больше не буду. Смотрите, после года эксплуатации немножко как выглядит кормушка. Кролики немножко убили ее. Нужно будет подкрутить еще пару саморезов, подремонтировать. Ну, естественно, промыть. Промыть, потому что очень много пыли, очень много пуха. Там очень много пыли всякой. Вот, пух. Но это при том, что еще каждый день убирается. Ну и потом после этого будем производить дезинфекцию. После чего, вот еще сбоку, чтобы вы видели эту клеточку. 6 клеточек здесь. После чего заново будем садить крольчих, пускать к самцу, и дальше будут они работать. Ну что, всем пока. На этом все. Желаю удачи.